Короче, хеллоу, дорогие друзья, с вами Андрей Федоров, играем в Opposing, блять, мать его, Форс. Придурочный Steam, я его ненавижу, он обновил игру, и теперь, во-первых, везде включился анти-альясинг, и Фрапс что-то как-то подтупливает, мне немножко рывками дергается как-то все, но это не важно. Во-вторых, у меня все сбросили сохранение, мне пришлось вручную включать эту сраную карту, на которой я закончил в прошлый раз. Секунду, я поверну клаву немножечко вот так, отлично. Вручную включать, я, конечно, на ней оказался без оружия и костюма, и мне пришлось с читами включать оружие. Видите, сколько у меня всякого говна теперь? Но я не буду им пользоваться, как честный гражданин, пока не возьму такое оружие в игре. Ну что ж, идем за Фрименом. Как нам и сказали, Фримена убивать не надо, а надо прыгнуть в портал. Оп! У меня получилось. И что? Название карты включилось или что? Неплохо! Неплохо для начала, рядовой Шепард! Блять, мозгов как у рядового, хотя вроде бы капрал. Ладно, еще разочек. Загрузимся. Сохранимся, вернее, прямо там. Халяп! Вот здесь мы должны сохраниться. Быстро, быстро, быстро. И попасть на эту штуку? Нет? Нет? А что сделать-то? А что надо сделать? Нихера не понял. Или это баг какой-то? Чё? Блять, что за япская хуйня? Ну я могу стрелять. Да. Заебись, Opposing Force у нас пошел, пацаны, просто классно, просто классно. Если так будет продолжаться, я не знаю, что делать. Ладно, я понял, я долбохлоп. Короче, не надо было туда прыгать, в этот портал, надо было тут остаться. Эй, привет! Блин, выродки! Что с вами делать-то, блядскими выродками? Дум-дум, о, портал, кажется, немножечко захерел. Это вам не Гледас, бляха-муха. Давай перезаряжайся, дорогой мой, дорогой Шепард. Шепард Филд. Я вижу другой портал. Все, идите нахуй, я попытаюсь туда запрыгнуть. Мне ведь туда, правда? Правда ведь? Мне ведь туда, больше тут некуда. Я в том портале уже пытался сделать все, что мог, туда никак не попасть. Остается только один портал. Да чтоб тебя, Шепард, поднажми, поднатужься. Давай. Да, Во. Тут больше похоже на правду. Но что-то я таких мест не видал в других частях. Я нахожусь где? Внутри какого-то организма? Это клетки, нервные? Нет, это похоже больше на споры плесени, если честно. Споры плесени, в смысле плесень спорит много. Привет. Не знаю, кто ты. Но ты мне определенно не нравишься. Ты не Фримен. Кстати, когда вот я залетел в первый раз в тот портал, куда прыгнул Фримен, я смог его убить. Что это было? Что это? Что произошло? Я не увидел, что произошло. А, доктор Клиайнер. Ты умер при испытаниях джетпака. Ладно, сейчас мы зато увидим, как это произошло. Он где-то здесь упадет, да? Да. Вот и доктор Клиайнер отбросил копытца. Ну, ладно. Теперь мы взяли джетпак. А, это была какая-то пушка. Видимо, она у меня уже есть, потому что у меня есть все виды пушек. К сожалению или к счастью, сейчас посмотрим, какая это пушка. Вот это она? Нет, не похоже. Это? Господи, ты боже мой, что это? Что это, блядь, за пушки? Вот это заебца! Вот она. То есть теперь мы можем ею пользоваться. Not bad. Что это? And continue to press forward. Then jump up, and while you're moving, go into the hatch. It's tricky, but you'll find it. Иди нахуй, мне объясняют, как пользоваться костюмом. Я каким-то раком попал в тренировочную комнату. Только теперь она захвачена вортами. Блядская мышка еще тормозит. Ладно, ворт, я могу пользоваться снайперкой. Кто мне запретит? Ну скажи мне, кто? Никто. Я сам себе шепорт. Пошел в хер. Надо получше прицелиться. Типа вот так. Ой, все, 4 патрона, ладно. Возьму-ка я обычный пулемет. И не буду ебать себе мозг. Ну, типа, я прошел все испытания. Почему я не могу выйти отсюда?
Видимо, мне надо опять воспользоваться этой пушкой. Она, видимо, портал. Хер. Ну и зачем я проходил эти испытания, никто не знает. Я вот тоже не знаю. О, монтировка. Откуда у меня взялась монтировка? Она же вроде не предусмотрена в этой игре. Но я очень рад, что она у меня есть. Что это за хуйня? Это барнакл. То есть я могу Блин, нихера себе, я могу пользоваться барнаклом, чтобы уничтожать всех подряд. Как же это, блядски, круто. Смотрите, что он еще там огет. Ну-ка, вот так. Ну, а как я только что зацепился? Я же как-то зацепился. Я, правда, не понял, как это произошло. Но у меня как-то притянуло. Ну, ладно, хер бы с ним. И что вообще делать? Зачем сюда попал? Блин. Я не понимаю, как играть в эту игру. У меня какие-то сплошные баги выходят с этой игрой. Мне даже это не... А, вон где. Вон где порталчик. Порталчик. Где вход в этот блядский порталчик? Тут нет входа. Видимо, надо раскокошить окно. Это мы могем, это мы умеем. Умею, то есть могу. Только сейчас запрыгну. Уже, правда, небольшая инвалидность. Он как афганец. Скоро будет ходить в метро и просить денежки. А потом отдавать все эти денежки своим этим бандитам, друзьям, которые его контролируют. Вот, собственно, я вошел в портал. Где моя автоматилка? Вот она. Ура! Я в родном мире Ксен. Доктор, спасибо за девайс. Он очень классный, мне очень понравилось. Так, куда нам теперь? До перча. Я, честно говоря, ненавижу мир Ксен. Hello. Я смотрю, у вас там корпоративная пати. Я надеюсь, я вам не помешал. Нет, очевидно, мне не на этот столб, а может быть на тот. Да, видимо, на этот. Действительно так. Ну ладно, парни. Придется вас немножко убить. Ну, как бы не то, чтобы совсем убить, но немножечко убить. Кажется, один действительно немножечко умер, потому что я его не застрелил, а он упал куда-то в преисподнюю. Ну, это гораздо лучше, прямая дорога. Ёб твою мать, что произошло-то? Я не очень понял. Куда мне? Ну, очевидно, вот туда. Я слышу еще тявканье этих сраных собачек. Они сейчас меня залают полностью. Лай, лай меня полностью. Лай, лай, лай. Что вообще-то надо делать? Куда мне надо идти? Хер его мама знает, да? Там какой-то внизу... А, вот я вижу портал, куда затягивают эти светящиеся шарики. Но, видимо, мне в него и нужно. Так. Так, хорошо. Crash Dev. Ой, смотрите-ка, я опять оказался в этом... В своем обычном мире, где живут только пони, которые питаются радугой и какают бабочками. И недобрый звук зазвучал. Ну что, действительно, действительно какой-то недобрый. Ну ладно, поехали, хер бы на него. Посмотрим, что тут к чему. Мне немножко становится сыкно, я сейчас играю, сейчас очень поздно. 2 часа ночи. Мне страшно немножко. Я же все-таки в Black Mesa, а не абы где. Еще после того, как обновилась игра, включился этот блядский антиалиасинг, и он подключивает. Блядь, какое-то жуткое место. Ну ладно, кислородик там. Кажется, я знаю, что это за место. Это тут, где эти хуесасы. Такие большие эти враги. Большие роботы-вортигонты. Это пиявочки плавают, ну ладно. Какая-то гнетущая атмосфера. Что там? Ничего не видно. Ну да, очевидно, сюда надо позвать доктора. Чтобы он вылечил всех. Ну ладно, док, пойдем искать тебя. Блин, она разбилась сама по себе, даже не пришлось стрелять. Нет, смотрите-ка. Кто там? Что там происходит, блядь? Какой-то мужик в скафандре стоит в каком-то бассейне. А, это как раз... Ага. Типа я тебя не вижу, тварь. По-моему, у него отнимаются хелы.
ладно, ладно. Лахи, я вас увидел раньше, чем вы на меня набросились. Что вы там делали, жрали кого-то? Ну да, конечно, доктора. А, это негр, ну ладно, жрать можно тогда. Привет, док, я сейчас тебя освобожу. Правда, мне кажется, что сейчас что-то произойдет. Блецкий доктор. И куда он телепортировался? А, вот куда. Все нормально. Hello, doc. Thank you for releasing me. I can help you access any secured area in this lab. Спасибо. Он поможет мне проникнуть в любую засекреченную территорию в этой лаборатории. Прямо как чуваки с kavis.ru. Нет, я не хочу ничего смотреть под микроскопом, кроме твоих яиц, которые не видно, потому что они так малы. Ты ведь такой трусливый дяденька. Док, мне почему-то кажется, что сейчас кто-то нам встретится. Давай сохранимся. Давай, Нефедыч. Идем. Сейчас, мне кажется, кто-то нам даст пизды, нет? Hello. Нет, там никого. Здесь. Нет, тоже никого. Чё я дробовик взял вообще? Никто не знает? Я тоже не знаю. Блин, потому что у этого мало патронов. Давай, доктор, открывай мне. Не знаю, будет ли работать эта херня через твой скафандр. Будет ли работать твой пенис. Я работаю твоим... Давай я своим пенисом поработаю. Да нет, не трудинг. Не хочу тереться головами. Ты со мной или... Блять! Док, я советую тебе посидеть там. Тут у нас блядские разборочки. Ой, крутанские разборочки. Фу, на последнем патроне. Блеск. Арбалет, что там появился? Hey, doc. You go with me? Не, ладно. Лучше постой действительно здесь. Я пока разведу, что тут. Пиявочки. Пиявочка. Короче, эти пиявочки немножко вытекли. О, патроны для крутой штуки. Там что? Херозное. Но мне почему-то кажется... Ну-ка, разбить можно? Странно, как же та-то разбилась? А, я знаю, как надо сделать. Ну-ка. Нет, все равно не помогает. Ну ладно, хер бы с ним. Пойдем тогда вот туда, к пиявочкам. Очевидно же, что сюда. Ну не может же просто так быть. Что? Воу-воу-воу-воу-воу, потише, парни. Так, я все понял. Я все понял, пацаны. Хи-хи-хи, красота. Это было красиво. Че не говори, сука, блядь. Кто там еще не рипнулся? Где мой любимый пукан? Пукалет. Все, вот и все, и делов-то. Что-то он как тупой стоял там, втыкал и даже не пытался на меня... Сука! Сука, нет! Да сдохни ты, тварь! Ладно, зря потратил подствольную гранату, но я когда паникую, я себя не контролирую, блин. Ладно. Темный-темный коридор, в коридоре есть пидор. Это, видимо, дырочка, надо разломать. Но она такая... Сука, ты ебливая. Она такая нежная, что я не хочу ее причинять боль. Она нежная, как половые губы. Не скажу кого. Блядская херота! Свалилась мне на голову! И сдохла. Где еще? Вот. Будем драться на рукопашке. Ладно, хер с тобой, не будем драться на рукопашке. Будем драться на дробопашке. Извини, я очень косоглазый. Я аж запыхался от такой страшной баталии. Ой. Hello. Сюда идешь, нет? С этими лагами трудненько играть немножко, если честно. Так, что здесь? Здесь репак. Там тоже кто-нибудь сидит, нет? Не очень удобное ночное зрение, конечно. Я бы предпочел классический вариант с фонариком. Но мне не дают такого выбора. Это надо выбить? Конечно, но я опять же выстрелил по прутьям решетки, она разбилась как какая-то фанера. Фу, надо глотнуть певца. Вот теперь норм. Погнали, пацаны. Так, стоп. А вот это у меня есть? 17 патронов. Не густо. Лучше с этим.
Hello. What, sir? What's up, dog? Что это за устройство? Без понятия. Какое-то устройство. Я разобьюсь? Нет. Так, это я под водой нахожусь, да? Очевидно. Это, очевидно, какой-то кристалл. И, очевидно, он направляет лазер. Что это было? Мне не понравился этот звук. Это, по-моему, открылась дверь. Кто-то чавкнул. А где открылась дверь? Вот здесь? Нет, тут почему-то ничего не открывается. А, это вот то место, куда надо было доктора пригнать. Блин, и что теперь? А, подождите-ка, кнопка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что вы делаете со мной? Ой-ой, что вы? Что вы, право слово? Что происходит? Блин, нихера себе, эта штука выбивает просто какие-то адовые дыры. Сейчас пизданет, как... О, портальчик открылся. А, нет, она создает порталы, которые телепортируют фрагменты здания. А теперь меня... Он запыхался, как будто только что занимался сексом. Ой, блядь. Нихера себе, куда я попал. И что мне теперь делать? Ну, очевидно, плыть туда. Вот здесь как раз монстрики, да? Да, чавкали, где здесь? Мне не нравится звук открываемой двери. Или это поршни открываются, я что-то не понимаю, ну ладно. Ах ты, блядская зомби! Вот кто тут мяукал, иди сюда, в водичку. Ты умеешь плавать? Похоже, что нет. Похоже, что не умеет зомби плавать, а зря. Говорил ему тренер по бассейну, плавать учись. Фриман не будет тебя ждать, и Шепард не будет ждать тебя на суше. Учись плавать, салага. Да умришь ты наконец, да сколько уж у тебя жизни-то? Или это звук издают вот эти поршни? Да, похоже на то. Hello. Да, в упор с вами гораздо интереснее драться. В упор, вот прямо так, бум, в лоб. В ебло. Ух, сучка, ты глядская. Глядская? Что такое глядская? Глянцевая тварь. Глянцевый журнал для глянцевых сук. Что это такое? Это комната чужого? Я, честно говоря, очень с трудом все вижу. Но мне кажется, я сейчас упаду обратно в воду, нет? Ну ладно, попробуем. А нет, это другая какая-то вода. Кто здесь? Акула? Блядь, дайте вылезти, я ненавижу воду. Я знаю, что тут бывают акулы. 17 патронов. Кто-то тявкает где-то, блин. Знаете что, я все-таки загляну в воду, хотя и боюсь. Но я хочу туда заглянуть. Загляну. Точно акула, вон она там плавает, тварь. Тварь ебучая, вон она, ну хорошо, хоть за решеткой. Ой, как я их боюсь, этих акул. Я не знаю, почему они... У меня фобия на них. В принципе, они... Ух ты, блядь, сколько там тварей. Самое время бросить гранату. Блин, это что такое? Ух ты, блядь, я не знаю, что это, но оно кидается. Что за тварюга? Первый раз вижу такое. Ну-ка, пойдемте рассмотрим. Блин, вообще непонятно, какой-то... Это зомби-атлет, что ли? Это зомби, втелившийся в тяжелоатлета? Неплохо. Таких... Так, как тут моя гранатка? Наделала шороха? Да, вроде да. Сколько же вам зомбарей? Тут, похоже, был какой-то научный, блядь, конгресс. Это что? Скафандр. Все? Что тут написано? Hazardous machinery. Какая-то опасная, короче, херня. Заебись. Я остался доволен собственной шуткой. Как обычно, да умришь ты. Опять этот, что ли, включился, блин, автоприцел. Тупой, конечно, окей. Ненавижу автоприцел. Все. Так. О, как вы посмели, подные ублюдки, сломать эту аптечницу. Ну ладно, есть просто аптечка. И то хорошо, так. Ну и хотя бы зарядка для костюма. Функционирует.
Чем мне не нравятся эти зарядки? Нет, нет, нет. В принципе, они мне нравятся, они заряжают меня. Но есть в них и недостаток. К ним приходится стоять спиной всегда. Что там, опять пиявочки. А спиной стоять к врагу — это дело такое, знаете ли, не самое приятное. Вон там это плавает акула. А, я знаю, что мне надо сделать. Мне надо открыть эту херню, выпустить акулу. И потом попасть, собственно, туда, куда, где она плавает. Открылась. Давай, выплывай, каракула. Придется с тобой драться. Ну ладно. Я уже взял... что? А, может быть, ее можно телепортировать? Вот этой пушкой телепортером или нет? Или для чего эта херня нужна была? Чисто чтобы попасть вот сюда? Ну, не знаю, неважно. Ладно, акула. А чем с тобой драться? Может быть, арбалетом? Хе-хе-хе-хе. И где? Где ты? Где? Где эта странная, ссаная штучка, дрючка? Блин, я вот не понимаю этого. Почему вода, если в нее нырнуть, она прозрачная, кристальная? А если... если я смотрю на нее снаружи, то она ни хера не прозрачная. Ладно, акула, я к тебе. Hello! Давай сюда. Оп! Оп! Все, уснула? Уснула, родная. Вот и все. И вот и никакой фобии акул. А это для чего сделано? Для того, чтобы... подышать, 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 подышать. О, шлюзик, шлюзик. Я понял, это, ну, на самом деле, можно было, видимо, смыться от акулы вот и таким методом. Куда я попал? Какие-то лаборатории. Ух ты! Ух ты! Пушечка. А что за пушечка? Нет, не это, явно, и не это. Это что такое? А, это пулемет, его я брал. Это тоже брал. А что вот это такое? Давайте посмотрим. Not bad. Ладно. Вернемся к нашей классической пушке, пока мы не брали другие. Блядь, 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 что это, что это? Кнопочкой наступил абзац, кажется. А что там? Рентген. Какая-то адская рентгенная штука. Гамма-X-Ray. Только квалифицированным персоналу пользоваться. Гамма-излучение. Я так понимаю, я сюда пройду и сразу сдохну, да? Нет. Смотрите-ка. Эй-эй-эй-эй! Нихера, у меня кишочки-то разлетелись. Да, гамма-излучение неплохо меня покоцало. Видимо, его можно как-то отключить. А, как? Как его отключить? Есть идейки? У меня нет. Туда нам не попасть, туда нам не попасть. Так. Оно типа не всегда, что ли, есть, или как? Можно проскочить, или что? Проползти можно? Нет. А, я вижу, как его отключить. Вот и все. Вот и все, и делов-то. Ладно, продолжаем дискотеку. Что это? А, это меня почистят? Это, видимо, как она называется? Дезактивация. Бромом меня, бромом, чтоб писька не стояла. Блядская какая-то опять машина. Что это? Что это за тварь? А, это вот, который воюет с миром Ксен. И у него... это пушка? Блядь, чё, я ничего-то не понял. Это я с ним попиздился, теперь на меня еще и пушка напала? Тварюга тупая. Нормально, вы прикиньте. Я замочил монстра, а его пушка продолжает со мной драться. Это что-то новенькое, такого я еще не встречал. Можно подлечиться? Вот есть же аптечка, почему нельзя ей полечиться? Только белыми можно. А вот, собственно, и наша акула. Видимо, они давно ее уже изучают. Все, два заряда осталось. Да, что-то с патронами-то напряжно нынче. Что там? Там, ничего. Caution avoid.
Что это? Что это лифт? Или это просто шлюз? Это что? А, еще одна акула. Две акулы. Две акулы плавают прямо там. Ну, не знаю, что тут надо делать. А чем мне пользоваться? Вот этой штукой? Можно ей пользоваться? А вот этой? Я думаю, вот этой можно пользоваться. Правильно ведь? Это ведь интересно. Оп! Что произошло? Я попал опять в мир Ксен. Зачем? Спрашивается. Что там? Что там такое? Где моя слоновка? Нет, я не буду ей стрелять, я просто посмотрю. Кристаллики какие-то, вышечки какие-то. Херу мама знает. И слоновочка у меня без текстурок. Или это просто такое освещение? Да, тут такое освещение. Странно, хотя, что тут такое освещение. Откройте. Что вы открыли? Какую дверь? Вот эту. Ту не открываете, да? Ну ладно. Ну чё, акулки, плавайте тут, да? Плавайте, плавайте, недолго вам осталось. И сквозь текстурки мне хвосты тут свои не показывайте. Так, я думаю, этой штукой нельзя в воде стрелять, да? О-о-о, кажется, там выход в ДОС. Ой, блин, это мне, то есть, придется сейчас к акулам туда лезть? Херашьте. А потоп куда? Ну, сюда явно мне никак. Ладно, может, эта штука под водой стреляет? Хер. Тогда старый добрый арбалет. Да. Арбалет мне не поможет. А, вон мне куда надо, в ту дырку. Тогда, я думаю, мне вообще ничего не надо делать. Просто надо проплыть быстро. Точно. Я оказался совершенно прав. Именно это мне и спасло. Потому что я всегда прав. Потому что я Андрей Нефёдов. Number one на Руси. Продолжаем дискотеку. Идем. Лоудинг. Другая реальность называется. Альтернативная реальность, вернее, называется. Ух ты. Неплохо тут пиздануло. Я вижу хэдкраба. Ну что нам делать с этим хэдкрабом, ну? Я думаю, убить. И этого тоже надо убить. Дверь что-то открывается, закрывается. Подозрительное место. Я думаю, это место очень... Тихо-тихо, не рычи. Хэдкрабиков. Удобно очень, кстати, из этой штуки размочаливать. Я думаю, в этом месте мы и закончим с вами сегодняшнюю главу. Сейчас я так мельком оглянусь. Ничего, да, нам надо идти вот туда. Определенно. С вами был Андрей Нефёдов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Нефёдов Play. И будет вам добрецо. До новых встреч, друзья!